Тюркский и кыргызский народ – близкие народы со схожим языком и культурой. Об этом свидетельствует организованная выставка «Наследие Мурас». Данное мероприятие было организовано посольством Турции в Кыргызстане. На нем представлены национальные костюмы турецкого народа, которые передаются из поколения в поколение и имеют особое значение. В этом году, 29 октября, мы празднуем 99-ю годовщину основания Турецкой Республики. В программе празднования мы имеем возможность представить выставку под названием «Наследие», которая состоит из 15 костюмов, относящихся к сельджукской и османской эпохе. Эти костюмы не только отображают богатство наследия традиционного костюма, но и технику оформления ткани, технику оформления одежды этих периодов. Гости познакомились с великолепной выставкой одежды, которую видели в турецких фильмах. Бендальские платья, которые носили девушки с поясом со времен Османской империи. Национальные орнаменты и скрытые в них загадочные мысли олицетворяют эти одеяния. Эти бендальские платья рассказывают долгую историю создания Сельджукской и Османской империи, начиная с периода, когда тюркский народ того времени мигрировал из Средней Азии в места, которые мы знаем сегодня. Вот почему эта многовековая одежда по-прежнему ценится как наследие нации, адаптируясь к традициям Анадолии, методам ткачества и прядения. Мы единый народ, у нас одни предки. Здесь показано наше историческое и культурное наследие. Эти национальные одежды схожи с нарядами Центральной Азии, вышитыми узорами. На данной выставке представлены предметы одежды, специально изготовленные Институтом Анкары Олгун Лашма. По словам представителей данного вуза, сохранение одежды Биндалы и ее популяризация среди молодого поколения является требованием времени. Такого рода выставки организованы и в других странах, в Малайзии, Индонезии, в Узбекистане. Основная цель – продвижение культуры Турции. К 99 годам становления турецкого государства организована эта важная выставка культуры, рассказывающая о дружбе и единстве двух стран, еще раз подтвердила, что у двух народов одна история, язык и культура. Мероприятие было проведено посольством Турции в Кыргызстане, Министерством культуры и туризма Турции, Агентством по продвижению и развитию туризма Турции. Рахат Батырбекова, Санжар Жолдошбекулу, СТВ.